На побережье второй месяц жары, и гостей курорта на порядок больше, чем в прошлый сезон. Поэтому власти Сочи обеспокоены тем, чтобы эпидемическая ситуация на курорте не вышла из-под контроля. Море и солнце, оно имеет две стороны медали. И положительную, но и отрицательную, если не принимать меры безопасности. Все руководители санаториев, все руководители предприятий питания, все руководители пляжных территорий, они обязаны обеспечивать безопасность, в том числе и санитарную, и медицинскую безопасность. К сожалению, сами гости курорта, оказавшись на отдыхе, напрочь забывают про меры осторожности и элементарные правила личной гигиены. А ведь Сочи – территория здоровья, а никак не наоборот. И, казалось бы, нет смысла людям напоминать про то, что перед едой нужно мыть руки с мылом, а получается, что надо. На заседании противоэпидемической комиссии рассказали о низкой санитарной культуре населения и приводили в пример такие случаи, когда отдыхающие мыли фрукты в море, потом их ели и даже пробовали соленую воду на вкус. Некоторые считают лучшей мерой профилактики полоскание горла морской водой прямо у берега. Результат – инфекционная больница. Хотя само по себе море опасности не несет, если в нем просто купаться. Пробы, взятые в разных местах побережья, продемонстрировали все показатели в пределах нормы. Причина отравления все же в некачественных продуктах питания, купленных в неустановленных местах торговли. В основном пожелание – это соблюдение обычных санитарных норм. Чаще мыть руки, деткам чаще мыть ручки. Покупать пищу только в установленных торговых точках, а не на стихийных рынках. Обычные рекомендации. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями не превышает показатели прошлого года. Тем не менее, глава города распорядился ужесточить контроль за объектами торговли. В гостиницах, санаториях, на пляжах, везде разместить информацию, оповещать через громкоговоритель о правилах личной гигиены, о правильном хранении продуктов питания, о времени пребывания на солнце. Накануне в Лазаревском районе мужчина, заснув на пляже, получил ожоги первой степени. Сочи будет полезен для здоровья только тем, кто серьезно относится к отдыху у моря и самому себе. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.